Да, пресса. Счастливый номер. Вот такой номер. Сколько получилось у вас? Сколько у вас, мне просто интересно, сколько сейчас цена? Такой вот огромный номер. Вот такой вот отель. 340, что ли? Рублей? 400. Нет, песо. Да. Вот такая ванна. Душа в ней. Здесь побольше комната. Правда. Как добирались? Нормально? Самолет, все, граница? 2 часа, нормально. Без проблем. Отлично. Устали, заболели. Я заболела. Ребенок заболел. Пограничники нормально? Не докопались до вас? Нет, без проблем. Хорошо. Едем в другой отель, который подешевле. Тоже, кстати, находится недалеко отсюда. Получается на всю семью 390 песо. Включайте свет, я даже это. Ну вот, смотрите, нормально. Одна большая кровать. Нормально. Можно попросить еще кровать маленькую. Да, нет. Нормально. А, понятно. Ну, ясно. Так, тогда вещи кладите и пойдемте, я сейчас с вами провожу вас где поесть. Вот такой вот номер, 204. Цена 399 песо. Так, мы идем есть. Поискать что-нибудь в округе. Вы фактически не выходили из номера, да? Попробуйте, кстати, вот такие чипсы. Очень вкусные, рекомендую, национальные, да. А, ели уже, да? Мы едем в Цоколо покушать. А чем вы питались-то вообще до этого? Мы же к жирному привыкли там. К мясу. То есть здесь нет как у вас дома, да? Ну, то есть, конечно, страна другая. Понял. Получилось от нашего отеля до Цоколо 34 песо. Сегодня здесь готовятся к какому-то большому празднику. Мы идем дальше. Мы покупаем сим-карту за 200 песо. Я тоже хочу дать.
всегда мобайл шоп. Хорошее вкусное место, где очень вкусно можно покушать. И очень недорого для семьи. Вот здесь. Много-много еды, без ограничения.